Роман Самойлов, наземная подготовка, мастер класс. Понять, как управлять куполом, то есть добиться баланса. Для этого мы приванки тренируем, потом руки не берем. Наша задача слегка приподнимать купол и полет его в районный класс. То есть как провалился, и его сложно. Сразу вытащили. Вот так немножко раз положили. Что это дает? Это дает понимание, как корпус работает. Ты сразу привыкаешь к корпусам держать купол. Yeah.